Всем привет, друзья, с вами Авиан. Сегодня будем играть в игру под названием Distraint. В общем-то, скорее всего, мы играем за какого-то коллектора, и сейчас нам наша задача предстоит выбивать долги с должников. Ну, думаю, ничего сложного нет. Игра нахваливает тебя огромным рейтингом высоким, завышенным в Play Market особенно. Я почитал кучу отзывов, игрушка реально годная, страшная. Ну, давайте мы это проверим. Все, приятного просмотра. Давайте сделаю погромче. Я выставил свою человечность на продажу. Продал ее. С этого момента моя жизнь погрузилась во мрак. Это моя история. И в ней описаны мои сожалания. Сожаления. Ой, что-то громко слишком. Так, давайте начнем. Вот, пожалуй, я играю за персонажа, за какого-то. Я только что сюда пришел. Прошу прощения, я ищу мисс Гудвин. Ее тут нет, убирайся. Видимо, не та квартира. Мисс Гудвин. Есть кто дома? Кто там? Мисс Гудвин. Нет, она живет по соседству. Спасибо, до свидания. Есть кто дома? А, понятно. Я случайно просто нажал. Так, дальше. Я ищу мисс Гудвин. Я пришел по адресу? Нет. Проваливай. Поклясться, ее квартира где-то здесь. Да, абсолютно точно. Это точно какая-то из этих квартир. Пахнет черничным пирогом. Должно быть, это нужная квартира. Я же сказала вам, она тут не живет. Мадам, я знаю, что это вы. Пустите меня, пожалуйста. Прошу прощения, прошу, заходите. Да, вот так вот сразу, старуха, бля. Квартира мисс Гудвин. Мадам, я знаю, мне жаль, но я вынужден это сделать, мадам. Можете ли вы дать мне еще немного времени? Я смогу оплатить долг, если вы дадите мне еще одну неделю, прошу вас. Мне жаль. Я не хочу этого делать. Но мне придется произвести арест имущества. Но где мне жить? Это точно это все, что у меня есть. Мне жаль, мадам. Простите, мне не следует плакать. Просто с этим местом у меня связано столько воспоминаний. Понимаю, мадам. Ох, где же мои манеры? Не желаете ли чашечку чая? Если можно, я предпочел бы кофе. Ах, конечно, подождите минутку, молодой человек. Так, короче, как вы поняли, мы играем за коллектора, скорее всего. Можно осмотреться. Мы играем за... Сейчас пожитим. Блин. Громко что-то. Так, мы сейчас будем ждать кофе, пока там кто-то сделает нам. Что здесь есть? Кресло-качалку. Кажется, у бабушки такое есть. Ну да, это понятно. Туда мы пойти не можем, к сожалению. Так. Сейчас я не могу уйти, пусть мне и хочется. Да. Что там такое? Свадебное фото мистера и миссис Гудвин. Хотя, мне кажется, но она уже вдова. Чего не следует мне этого делать? А что случилось? Ух, твою мать, это что такое? Это кровь? А что сейчас будет? Блять. Мисс Гудвин. Мне жаль, дорогой. Боюсь, у меня закончился кофе. Может, предпочтешь что-то другое? Нет, спасибо, мадам, я пью только кофе. Послушайте, вам придется выехать к концу месяца. Мне очень жаль, мадам. Но, полагаю, винить мне стоит только себя. Ага, ну мне нужно уезжать, мадам. Всего доброго. Постойте, молодой человек. Возможно, если мы... Ладно, неважно, дорогуша. Мне пора идти, всего хорошего. Пока-пока, дорогой. Она хотела, чтобы я ее как бы чпокнул или... Нет, ни за что, я старуха не это. А, ну вы поняли. Так, уезжаем. Не работает. Так, что там? Опачки, вот это уже интересно. Побежали туда. Что там случилось? Наверняка это ужасная идея. Я с тобой полностью согласен. Но выхода нету никакого.
не поддерживает функцию автосохранения. Все, я сохранился. Заперто. Нужен ключ. Блять. Я бы его включил, будь бы на нем выключатель. Ой, выключил. Вот дерьмо. Здесь записка. Что посеешь, то и пожнешь. Пошло оно все. Соглашусь, ребят, жизнь сейчас стала очень сложной. Так, это что? Твою мать, как же холодно. В ванной что-то есть. Сейчас посмотрим. Бухолодрыга. Ага, вы нашли кубик льда. Может пригодиться. А, мы за прайс играем? Все. Я все сделал. Так, что тут? В туалет я не хочу. Ну, молодец, ты же не пьешь там. Это что? Что за звук это был? Воу. Старая плита. А может растопить ее? Подождите. Там что-то есть, походу. Давайте попробуем. Так, посмотрим. Так и знал, вы нашли ключ. Бля, игра реально тут думать надо. Сюда? Что-то не как-то... Что это такое? Distrain Deluxe Edition. Это типа интро такое. Нормально. Так, первая комната. Снова этот звук. Знаете, звук как будто монстр какой-то, блядь, бежит. Куча книг про деньги. Что это за шторки? Интересненько. Тут что-то есть. Было ничего, стало мое. Книга ужасов. Кажется, много книг о деньгах. Не думаю, что в этой книге место здесь. А где место этой книги? Ладно, пойдем дальше. Куда ее положить можно? О, книжный шкаф забит книгами ужасов. Поставлю-ка эту книгу сюда. Ну что это такое? Выпала другая книга. Кажется, я знаю, куда ее положить. Обратно я не положу. Вот черт. Ну, пацаны, бывает. Вот эти книги про деньги. Эта книга сюда прекрасно пишется. Сейчас глянем. Готово. А, вон он что. Так. Блять. Третья комната. Сынок, рад тебя видеть, рада... Блядь, рад тебя видеть. Макдейт, Брутон и Мур. Мы слышали, ты вышвырнул ту задолжавшую кошелку. Отлично сработано. Первое испытание пройдено. Рад слышать, господа. Хотя мисс Гудвин показалась мне очень приятной, Вздор. Закон всегда справедлив. Ты сделал все правильно, сынок. Скоро ты станешь одним из нас. Макдейт, Брутон и Мур и Прайс, вот. Отлично звучит. Спасибо, господа. Готов делать серьезно деньги. Деньги. Думаю, да. Осталось позаботиться еще о двоих. Взыщи их имущество во имя закона. И ты станешь партнером фирмы. Будь сделано. Вот это настрой, сынок. Ступай же. В общем-то, как я понял, я играю за коллектора, который выбивает долги с должников. Но это уже и радостно, и горько. Скоро я стану партнером фирмы. Но цена тому человечность. Стоит ли она того? Блять, а здесь страшно как-то. Ё-моё, это кто? Откуда он тут? Потише, сделай громче что-то.
Тут еще одна записка. Слон в комнате. Че? Я знаю это выражение. Нет, блядь, это не выражение. Беги, дебил. Мисс Гудвин. Стыд. Алчность. Это его совесть мучит. Челанчо. Гордыня. Бабло. Это на доске читаю, там на заднем плане, бля. Беги, слон, слон, слон. За мной же слон бежит. Беги, беги. Он меня сейчас загонит, блин. Придется переигрывать. Я так не хочу. Нет, все. Эх, уже утро, но и денек выдался. Мне до сих пор паршиво из-за ситуации с мисс Гудвин. Выпей-ка я кофе. Так, ребят, давайте на этом закончим. Так как я сейчас еще готовлю видос по Stalker 2, продолжим играть в эту игру чуть позже. Ну, вот, допустим, сейчас у меня не особо много времени, как вы поняли, потому что я видео не выпускаю. Ну и, короче, выпущу это видео примерно через дня два, вот, скорее всего. Stalker 2 у меня еще не готов. Я только материал заготовил, еще нужно будет озвучить, подобрать концепции, все такое, арты, материалы, кастомные вот эти вот всякие локации, ну, персонажи, которые должны будут добавить. В общем-то, работаю просто непочатый край. Так что давайте, ребят, всем удачи, всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и продолжим в следующий раз. Всем пока.